Я уже вот пытаюсь сейчас помыть машину. Вот у меня сожрал 1000 тенге в 4-м боксе. Не смог. Туда загрузил нал 1000 тенге. Сожрал нал, сожрал Каспий. Не могу помыть. Вот здесь 50 тенге я закинул, нашел машину. Съел, дал. 1000 тенге нал не берет. Хочу помыть машину. Вот, сканирую QR-код. Смотрите, вот сканирую. Я вообще, что за сервис? Вы что, ребята, где? Я плачу деньги, хочу помыть машину. Вот, пожалуйста, повторите правильность указанных данных. Да какие данные? Я сканирую QR-код. Вот я сканирую QR-код. Это дело не в Каспий приложении, это мойка, вот это. Они вообще, вы смотрите, какой бардак, ведра стоят. Тут порвано, морвано, ничего не работает. Не едьте на эту мойку Газ Энерджи. В хлам убитая мойка, честно вам скажу, реально. Никогда сюда не заезжайте, нахуй.